Всем огромный привет, мои хорошие. Кто там переживал? Я жива, здорова, все со мной хорошо, чувствую себя прекрасно. Я сегодня, ой, сейчас, друзья, работала. Потом у меня были волосы, коррекция. Мы подстригли, мы уложили. Щелка пока не знаем, решаем, что делать, потому что свечей не хочу, но она порванная полностью очками. Так что как-то так, зацените меня. Вот я. Вот с такой прической. Как же так стать, чтобы было меня видно? Где ж тут красивый фон? Вот. Поздравились друг с другом, с Леночкой, мастером, с наступающим Новым годом. Ну, вот так вот. Я вообще уже короче. Ну, еще помою голову своей шампунью, которую я всегда пользуюсь, которую я очень люблю. И будут волосики попышнее. Хотя этот стиль подразумевает прямо мои волосы. Как-то так, вот так. Единственное, теперь надо решать что-то щелкой. Ну, я почему такая бледная? Друзья, вышла, машину уже ставила во дворе. Я на дому обслуживаюсь. Ну, пока мы там лясим-трясим, разговаривали. Пока делали прическу мне. Ой, моя машинка то ли остыла, то ли что, еле-еле завела. В общем, не хотела заводиться, хоть убей. Вот так вот. Немножко морозец. Я позвонила Свете с Андреем, у них же такая же самая, как у меня. У меня красненькая, у них черненькая. Они мне сказали, открывай капот, пошеруди клейма. И вы знаете, действительно, я открыла капот, там что-то вот так рукой просто сделала. Машина завелась, я приехала домой. Мама моя отдыхает, Людочка на работе, слава богу. По-моему, она сегодня поехала на 8:30. Сегодня вечером уже будет открытие. Но мне в 12 ночи надо поехать ее забрать. Весь мне заработок она портит. Ну ничего, друзья. Тоже, а где взять? Она сегодня мне звонит, и где-то 8. Я бы договорились так, что я с ней поработаю до 10. Вот, развезу своих постоянных, которые уже у меня есть, слава богу, пассажиров. И на 10:30 на парикмахерскую. Звонит она в истерике в 8:30. Ты где? Я говорю, ну я на проспекте Петровского, но это где-то от моего дома, друзья, 25 км, вот так вот. Она, мама, ты представляешь, я не могу уехать. Я говорю, в смысле? Такси нету, а сегодня какой-то был ажиотаж. Действительно, так, уклон, такие цены. Я беру заказы сама. Такого еще не было. Тут проехать 8 км 140 гривен, ну должны мне заплатить, я в шоке. Это что, все таксисты массово не повыходили на работу? Непонятно. Ну, короче, конечно, мне это, естественно, мне это на руку. Я быстренько заработала свои за 2 часа свою сумму и поехала в парикмахерскую. А Люда за 148 гривен вызвала такси, приехала сюда в Рыбальский, она поехала в центр города. Он 8 км, друзья, представляете, поехала на работу. Ну, ничего. Я там заработала, я на карточку скинула, говорю, вот я уже, говорю, люди мне дали деньги, давай, есть. У нее то есть деньги, ты знаете, все равно, мама, как это так? Я говорю, ну вот так. Но мне же нельзя терять своих постоянных этих, скажите, зрителей, хотела сказать, пассажиров. Люди ждут, они надеются на меня, что Нателла приедет, понимаете? Ну, короче, как-то так сегодня. Людочка была на таком стрессе. Ага, и мне Леночка, моя мастер, которая делает мне волосы, сейчас покажу, что она мне подарила. Мне так приятно, вообще так приятно. Ну, ощущается праздник. Сейчас я вам покажу, друзья. Так, аква, увлажнитель для волос. Он не из дешевых, это Эстель. Классная штука, друзья. Это у нее профессионально, она где-то заказывает, покупает. В общем, Людочка моя покупала в последний раз, было 260 гривен. А это она мне сделала подарок на Новый год, спрей. Так, мгновенное увлажнение, сила волос, протеин пшеницы. Отличная, короче. Людочка моя пользуется. Но она прямо сумки его не убирает. Это я уже, вот такая у нее. И еще, вот смотрите, видите, она покупала у Леночки. Покупала, а теперь у нас еще есть... Вот теперь 2 штуки теперь есть. Очень хорошее средство для расчесывания, увлажнения волос. Особенно у тех девочек, которые блондинки, которые красятся.
Это просто бесподобно. Просто бесподобно. Ой, девочки, надеюсь, только одни девочки меня сейчас смотрят. У меня сейчас проблема. Купить себе красивое нижнее белье. Кинулась я, друзья. Не знаю, это можно говорить, это же такое. Потому что, знаю, мужчины ждали, это же Новый год и на праздники, на веру. Мне бы хотелось в это верить, что дарят нижнее белье. Красивое, на свой цвет и вкус. Так как мне некому дарить пока нижнего белья, хочу купить себе. Друзья, прям проблема. Не могу ничего подобрать. Вот мне интересно, какую лучше взять? Белорусскую? Ну, знаешь, что белорусская, белорусские, говорят, хорошо, уж бюстгальтеры. О, телефон. Наверное, Светочка звонит. Сейчас, друзья. Света. Какие замечательные соседи. Просто прелесть. Света с Андреем, да, которые ремонт не делали. Сейчас мне Света все объяснит, как, если такой мороз большой, как снимать клеймы с аккумулятора, потому что у меня была информация, что ничего делать не надо. Ну и в гараже просто стояла на улице, блин, все было выключено, аккумулятор новый. Ну, сейчас она мне все объяснит. Боже, друзья, каждый день познаю. А, девочки, так по поводу совета хотела у вас узнать, по поводу... какое лучше, белорусское покупать белье нижнее или все-таки итальянское? Ну, оно такое дорогое. А какой аналог есть? Напишите мне, какое вообще можно такое взять в наборе. Вот меня интересуют именно бюстгальтеры. Посоветуйте, потому что, ну, то, что предлагается. Вот эти поролоны, вот такой. Сначала поролон, грудь, потом нателла будет идти, понимаете? А я подхудала, и у меня тоже ушло. Ну, ушло. А хочется, чтобы оно вернулось. Сейчас я покажу вам. Ну, не грудь, а вот... помните, прямо были на меня... А, сейчас пойду к Свету. Сейчас я к Свету. К Свету пойду. Помните, вот здесь прямо бриджи собирались. Сейчас свободные вообще, свободные. Да я так в секонд-хенде ничего не купила. Думаю, ну зачем я эту херню покупать? Если действительно, вот смотрите, как хорошо села, и сзади хорошо села. Ну, вот надо убирать, это мой халатик. Наверное, засвеченная сильно. О, вот так, еще раз. Вот, еще раз. Вот так вот. Ну, Леночка, она такая тоже модница, которая волосами делает. Говорит, Нателла, хорошо ты выглядишь, хорошо одета, все хорошо, и брючки тоже ей понравились. Не знаю, мне так они нравятся, как они сидят, и эти ничего не собираются. Вообще ничего не собирается. Он свободно, просто свободно. Ну, я не могу сказать, что это прям сильно так похудела. Ну, килограмма 3 ушло. Стресс, друзья, стресс. Вот, смотрите, Света пришла, посмотрела. Видите, клейма окислилась. Сейчас мы зачистим, подложим. Вот я войлок принесла, ножницы, солидолом. Она пошла ключик. Сейчас мне все делает. А чего оно окисляется, интересно? Это что ей тебе тут не понравилось, а? Ой, моя красавица машина. Красненькая моя. Что тебе не понравилось? А соседи все пиляют деревья. Вон, видите, я стою, приехала. Маршрутки ходят туда-сюда. Так, ждем в общем Свету. Что там тепленько, да, Лиза? Лизаня, как же она любит машину, гляньте, трется. И тут без вас не обойдется. А, обследование. Гляньте, куда ты полезла, Лиза? Гляньте, что она вытворяет. Лиза, куда ты? Ну, куда ты ходишь по двигателю, по машинке? Кто-то еще звонит. Ой. Лизаня. Гляньте. Ой, я не могу. Лиза, что у тебя там в мозгах? Китюлечка. О, гляньте. Что это значит? Твоя машина, твоя родная. Родная. Опа, все, нагрела жопу, да? Иди домой, иди. Белявочка интерьерная. Белявочка. Каждый шорох. Темень. Друзья, 16:40. Смотрите,
Да? Темнота. Темнота. Все, хватит уже приходовать, хватит. Зайка. Зайка моя, хватит. Ждем света, да? Ждем. Вот так, вот так, вот так. Да, тепло здесь, тепло. Тепло тебе, девица. Как хорошо, когда есть люди, знаете, скорая помощь. Вот действительно. Ну вот кому бы я сейчас пошла? Ну вот кому бы я сейчас пошла, да? Когда я позвонила, говорю, у нее же такая машина, уже говорила. Говорю, Света, что делать? Клеймы, да. Ну пошурудила, ну слава богу, завелась. Пришла только что. С ключиком, с наждачной бумагой, с солидолом. Я вырезала эту дырочку. Промазали этот войлок солидолом. Надели. Прям на вот эти вот, не клеймочки, но вот эти шайбочки. Надели клеймы, прикрутили. Руки в солидоле. Кстати, не воняет, я хорошо вымыла. Вот. Ну такая, боже. Маленькая, худенькая, трогательная женщина. Такая нежная, ласковая. Ребята, сама кафель кладет. Сама. Одна. Представляете? Еще и в машине разбирается. Я говорю, Свет, там мне говорили, что надо уже клеймы снимать на ночь. Там одну, две или вообще до аккумулятора. Она говорит, ты что? Говорит, вот я тебе сейчас, говорит, одну ты видела, сделала. Завтра днем сделаешь, это с плюсом тебе сделала. Такую же манипуляцию сделай с минусом. Никакой мороз тебе не будет, не страшен. Говорит, мы купили аккумулятор. И с первого дня так вот войлок сделали. Я ж только что рассказываю маме. В общем, Свете большое спасибо. Мама что моя тоже бывший водитель. И такая, я говорю, мама, а так а войлок подложите все. Я так, а что ты молчала? А кто у меня спрашивал? Прикиньте, меня моя мама и тоже соображает. Она говорит, так а войлок подложите все. Раньше не сказала. Говорит, а кто меня спрашивал? Ой. Девочки, я свою маму открываю себе с каждым днем, понимаете? Я просто, она мне, помните, я вам говорила, что она спрашивала, работаешь сегодня, ну как ты? Интересно, сука, заработала. Я говорю, мам, смотри, я говорю, ты хоть спрашивай, хоть не спрашивай, сумма не меняется у меня по доходу, потому что первая зорька, и я валю оттуда. Ты такая молодец, я тобой горжусь, ты такая. Я говорю, ну спасибо, спасибо. Столько комплиментов мама сказала мне сегодня, что она мной гордится. Наташка, говорит, только вот все равно не Наташа, а Наташка. Ты такая молодец, ты такая молодец. Я говорю, ну спасибо, мама, спасибо. Ой, ладно, ребята, то что-то я вообще зарапортовалась. Так, сейчас лягу, буду отдыхать, потом в 12 или в 11 пойду Людочку заберу, почитаю ваши комментарии, не знаю, что вы там еще мне написали, но я надеюсь, надеюсь. Да не, у меня все хорошо на канале, слава богу, никаких нету ни оров, ни ругательств, ничего. Я так этому рада, друзья. Вот прямо хочется заходить в YouTube и читать ваши комментарии. Всем, всем мира, всем добра, всем, всем, всем здоровья, друзья. Езжу, очень много слышу негативных моментов по поводу коронавируса. Так что берегите себя, берегите. Люди искренне, понимаете, они искренне рассказывают случаи, которые происходят в их семьях. Берегите. Всем здоровья, еще раз здоровья.